Здравствуй, бусор. Почему я тебе сказал? Ты боишься, и я что тебе в лицо сказал правду. Вы все менты последние, что не боитесь. Почему я из-за этого трек хотел записать? Почему вы последнее говно? Я из-за этого с мусорами не дружу. Почему мы должны ваши законы слушать, когда вы сами не исполняете? Почему? Скажи мне в ответ. Почему ты боишься свое место просрать, когда в этом, в нашей Латвии, все последнее говно? Почему, когда ты боишься потерять свое место на этом кресле, когда мы должны чистить, когда наркота драгуется у нас в Латвии? Почему? Кто тебе сказал, что ты потеряешь это место, тебе за это бабки платят закон, а за это нам? Мы должны хлебать эту грязь сами по себе. Почему? Почему мы должны своими моими пацанами даже вместо вашу работу делать? Почему, когда мы чистим от грязи, от таких говнов, бандитов всех, почему мы должны это делать? Почему, скажи мне ты в ответ, мусор ты мой? Почему ты сказал мне, что я не по законам живу тут, в этом правительстве, в этой Латвии? Почему, когда вы посидите, протираете кресло, и чтобы не потерять свой монтаж, почему мы должны, сука, наебивать морды вместо вас каким-то ублюдкам, которые торгуют наркоту? Понимаешь, мусор, я тебе скажу в ответ, что ты...